машине. О, и сколько девочек в автобусе. Все они блестящие. И все маленькие сестренки блестящие. А это кто еще прикатился? Это же еще куколки Лол. Надо их срочно достать из этих шариков. Ура! О, классно! Ура! Бассейн! О, и я хочу! И мы тоже хотим купаться! О, сколько их пришло! О, и еще одна прикатила! Отлично! Это будет самый веселый праздник! Итак, какие же гости пришли? Эту куколку зовут Ice Skater, потому что она катается на льду с такой красивой прической из косички и розовым цветом волос. Розовая сосочка. Ведь это маленькая девочка. И она катается на льду. Вот какая она красивая. Смотрите, у нас все куколки блестящие, а Ice Skater не блестящая. Ну и что, что не блестящая? Я всем гостям рада. Пойдем, я тебя угощу вкусными конфетами. Угу. Вот, угощайся. А я тебе подарок принесла. Какой подарок? Смотри! Девочки, это же Шопкинсы! Классный подарок! Спасибо тебе, так мило с твоей стороны! Пожалуйста! О, мне нравится получать подарки! Давайте посмотрим, кто еще пришел! Я так хочу еще подарки! Давайте посмотрим, кто еще пришел и какой подарочек принес! Вот она, красивая девочка в красивых колготках! Наденем юбочку и кофточку! А здесь... очки, стильные очки. Наденем ботиночки и узнаем, что же она подарила. Вот мой подарок. О, опять Шопкинсы. Они мне нравятся. И точно, девочки, опять Шопкинсы. Какой яркий блок. И вот наши сюрприз-пакетики. Их можно между собой соединить. О, это Слоппи Джоджо. Такой необычный сэндвич. Слоппи Джоджо. Платье, которое одевают в Мексике. Долорес дресс. Какая вкуснятина и красивое платье. Мне так нравится получать подарки. А мне нравится их дарить. А какой же интересный подарок принесла вон та девочка из блестящей серии. А я не подарок принесла. Я выступать пришла. Распакуйте меня скорее. О, точно, это же артистка. Мы хотим ее послушать. Тогда чего же вы ждете? Скорее доставайте ее. Пару секунд. Хупс, MVP. Привет, я должна была выступать. И еще у нее есть повязочка, которую мы можем надеть на ее красивые блестящие волосы. Ну что, девчонки, давайте веселиться! Ура! И мы пойдем веселиться! Ура! Ух, классно! И мне нравится! Ха-ха-ха, теперь это наш детский сад! Да-да-да! Теперь мы будем здесь жить. Ага, и вонять. И это все твоя вина, Арнольд. Теперь думай, что делать. Чего тут делать? Ничего здесь не поделаешь. Надо позвать сюда наших друзей, чтобы стало еще грязнее. Да. Ты слышал, Арнольд? Они собираются сюда своих друзей позвать. Как будто у нас друзей нет. Сейчас я тоже позову. Алло, Барби? Да, нам срочно нужна помощь. Давай скорее сюда. Все, ждем. О, какое удобное кресло. Теперь это все наше. Смотри, как они здесь осваиваются. Где же Барби? Иху! Иху! Босс, привет! Все-таки Барби такая гигантская. Может быть, это ты маленьковатый, а не мы гигантские. Почему у вас здесь так воняет? Что это за мусор там у вас ходит? Вот именно, Барби, мусор. Нам нужно от него избавиться. Они решили захватить наш детский сад. Что же сделать? Дайте мне подумать. Я, конечно, не смогу вас от них избавить, но я знаю, кто вам может помочь. Какое удобное кресло, удобное, удобное. Ну дай мне тоже залезть, дай мне залезть, я тоже хочу попробовать. Чего толкаешься? Точно, здесь очень удобно, классный детский сад. Скорее, Барби, скорее, они такие противные, я больше не могу дышать этой вонью. Сейчас, босс, я тебе его приведу, и он тебе поможет. Встречай, босс! Это капитан Подштанник! Смотрите, кто поможет боссу Макососу и Арнольду избавиться от мусорных монстров! Это наш босс! Это наш босс! Просто он загипнотизированный! Я спешу вам на помощь, ребята!
Он чем-то на тебя похож. Ничем он на меня не похож. Просто мы оба в трусах. Кто это еще? И вот он здесь с кольцом, которое гипнотизирует. Капитан Труселя. Ничего не бойтесь, ребята, теперь я вас спасу. Только покажите мне, где здесь преступники. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, капитан, знакомься, это босс. Он тебе объяснит, что нужно делать. Привет, босс. Привет. Вот смотри, наш детский сад захватили мусорные монстры. А я-то думаю, почему в вашем детском саду так воняет? Да-да, это все из-за этого мусора. Сейчас я с ними разберусь. Не переживай, босс-молокосос. В два счета мы спасем твой детский сад. Отлично. Ого, как интересно. Неужели у него получится? Привет, ребята. Ну что, поиграем в картишки? Что? Что? Что за чушь он несет? Или может шахматы? Я умею только крестики-нолики. А вообще мне хочется поесть. Но если вы не умеете играть ни в карты, ни в шашки, тогда будем играть в прятки, ладно? Что еще за прятки? Что это за игра? Сейчас я вас спрячу, а детишки из детского сада будут вас искать. О, непонятная игра. Что ты нас спрячешь, они будут нас искать? В этом-то и смысл игры, понимаете? Ничего не понимаю. Как же вы пришли захватить детский сад, а играть не умеете? Что вы за монстры? Какие-то вы непонятные монстры, вы не настоящие монстры. Мы самые настоящие, не обижай нас. Да, мы самые настоящие. Тогда в прятки? Ладно. Добавьте ваши непонятные прятки. Ага. Ну все, ребята, готово! О, и это же мои подружки! Куколки Лол! Да, теперь нет никаких монстров, только куклы Лол! О, классно! Давайте скорее откроем эти шарики, там же мои подружки! Давайте, давайте! Вот это чудеса! Самый веселый садик на свете! Смотрите, в кого превратил капитан Труселя мусорных монстров! Это же наши куколки Лол! И темнокожая девочка-ангелочек, девочка-шугар! Наденем ее красивое платье, туфельки. Раз и два. Она ведь у нас ангелочек. Как будто у нее сверху нимб. Да, ее так и зовут Шугар. Спайс у нас уже есть, а это Шугар. Вот это да! Девочка-ангелочек! Из мусорных монстров! Ну, капитан Труселя, молодец! Из монстра в ангелочка! Привет, босс! Привет, Шугар! Так рад тебя видеть! И я. И вправду очень интересно. Давайте посмотрим, какая же девочка в этом шарике. Выпустите меня отсюда. Это наша Шугар. Два монстрика превратились в двух девочек Шугар. Туфельки. Привет. И нимб. Вот так. А сейчас, девочки, самое время узнать, меняют ли эти куколки цвет. Она цвет не меняет в холодной водичке. И вторая девочка Шугар тоже не меняет цвет. Они обе цвет не меняют. А что же они делают? Так, уберем ободочки. Напоим одну девочку. Так. Она плачет. Одна девочка плачет, а вторая. Две маленькие девочки. Одна плачет, другая писает.